погодка, конечно, в Москве. Вчера порадовала, сегодня не очень. Но на местах Ярик, Никита и мы. Женек оттирает последние боевые раны. 3-3. Вот, чтобы красивые были. Сейчас поедем репетировать. Отправляемся в Русские горки, ведь там пройдет третий этап Сочи Дрифт Челлендж. По бетону мы дрифтили, по асфальту дрифтили, по льду дрифтили, но по дереву еще ни разу. В общем, вот такие вот листы фанеры тут у нас. Под ними куски. Вот, и вся площадка состоит из такого вот материала. Посмотрим, какой будет зацеп и насколько много будет дыма. Это, конечно, очень прикольно. Сколько? 13 тысяч? 12 тысяч. 12 тысяч человек завтра ожидается. Короче, на это покрытие держака столько, что пипец. Поэтому качаем колеса. Не влипать. И продолжаем. Ну, очень интересно. Интересное такое ощущение. Вылетаешь из этого туннеля, не видно вообще ничего. Никаких ориентиров, никаких там конусов. Просто и по периметру у нас плазмы стоят, в которые, ну, естественно, нельзя заезжать, нельзя их трогать. В общем, такой интересный опыт. Посмотрим, что из этого получится. Так, кстати, хотел я вам показать. Задача же была восстановить машину. Смотрите, что у нас получилось. Элероны на месте. Крылышко на месте. Багажник целый. Все обклеили, поклеили. В общем, можно выступать. С 2 метров вообще идеально. Так, ребзи, короткий рэп. Что происходит? Короткий рэп. Мы тут уже на прорыве. У нас уже сейчас генеральная репетиция идет. Ну нет, не генеральная, а просто репетиция. Мы все на светодиодах. На все на светодиодах. Алексей Карелин. Завтра на прорыве. Это был анонс. Короче, что мы... Ой, а я могу вам вообще показывать, интересно, что завтра будет? Да могу, конечно. Завтра мы очень крутым составом будем вас встречать на фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв». Что у тебя под капотом? Нитрос, нитрос. Реально? Ну реально. Подожди, я не снимал. А, ты снимал. Аксум. Написано, Леха пиздит, не верит. Что, брат, что у тебя здесь самое? Очко за сколько купил? За 450. Мотор? Мотор 1,2 миллиона стоит. По салону сколько? В совокупности салон? Ну, 1400, наверное. Покрышки на сезон один летний примерно. Миллион.